качество дорог. Тема дорог. Тема дорог для нашей области важная и непростая. Наша область одна из самых больших и при Волжском округе, и в Центральном федеральном округе Российской Федерации. 102 тысячи квадратных километров. И если сравнивать нас с Самарской областью, с регионом экономически очень эффективным, то это сравнение идет не в нашу пользу. Самарская область почти в два раза меньше территории, чем Саратовская. Но бюджет Самарской области в два раза больше, чем бюджет Саратовской области. Как вы понимаете, на дороге в этом случае они уже изначально расходуют как минимум в 4 раза больше. И поэтому качество наших дорог желает лучшего. Мы провели переговоры с федеральным центром. Валерий Васильевич, обратились к нашему президенту. Он нас поддержал по передаче дороги Саратов-Осинки на федеральный бюджет. И уже в этом году дорога будет эксплуатироваться и обеспечиваться средствами федерального бюджета. Мы надеемся, что это самая протяженная дорога 320 километров за ближайшие там, несколько лет приведет в нормативное состояние, так же как дорога Саратов-Пенза, Саратов-Балашов, Волгоград-Саратов-Сызрань, то есть те федеральные дороги, которые сегодня уже содержатся за счет средств федерального бюджета. И планируется, что в этом году до Урбаха начнутся ремонтные работы. Ведем диалог с Министерством транспорта и получили поддержку правительства Российской Федерации на передачу дороги Саратов-Ратищево. Если в этом году у нас получится это сделать, это существенно разгрузит бюджет Дорожного фонда области, и таким образом у нас средства можно будет направить на дорожное строительство внутри области. Губернатором принято решение в прошлом году о реализации программы по строительству межмуниципальных дорог. Это дорога Вольск-Базарный-Карбулак, дорога Новая Бурасы-Петровск, дорога Петровск-Екатериновка, дорога Ртищево-Аркадак-Балашов и, соответственно, Балашов-Самойловка. Это дороги в левобережье, соответственно, Пугачев-Озинки, Дергачи-Новоузенск. То есть это дороги, которые крайне необходимы и для жителей, и для сельхозпроизводителей, для тех, кто работает в этих районах. Они сокращают существенно время пути и, конечно, принесут пользу. Сегодня эти дороги находятся в удручающем положении. Особенно дорога на Новую Бурасы-Петровск или дорога Петровск-Екатериновка, там небольшой участок, который необходимо довести до ума, но на это необходимо серьезные деньги, учитывая, что это фактически строительство заново дорог. В этой связи, конечно, уважаемые коллеги, мы постараемся сделать все для того, чтобы эти решения состоялись, и таким образом появится реальная возможность у нас уже в этом году, на будущий год, решать вопросы, в том числе за счет экономии этих средств и за счет того, что у нас больше будет аккумулироваться средств при сбалансированном бюджете. Насколько знаю, вот тот бюджет, который принят, он позволяет уже 1 000 000 000 рублей раздать в район области, и, соответственно, за счет этих средств можно многое будет сделать.